пришла голова. В комплекте специальная смазка для резьбы, резьбовая. Получается радиатор, кулер к нему, провод для подключения, хот-энд, сопла, термобарьер, две трубки зажимные для, как он, для Боудена, тут кольца зажимные для Боудена. Это все пол дела. В комплекте, значит, нагреватель, в комплекте термуха, причем смотрите какая, с каким кончиком, такой более надежный. В комплекте еще вот такую вот линеечку подогнали из печатной платы, вообще кайфовая, правда маленькая, но прикольная. И в комплекте, это вот, кстати, фирма Миллоу производит такие. И в комплекте типа газету дали, а тут продукция. Да подожди ты, Егор. Тут вон всякая ихняя продукция. Материнки, разные нагреватели. Эти, как их называют, для подачи. Блин, вылетело из головы. Вот. Короче, молодцы вообще. И при этом цена была, ну, что-то около 10 баксов, если не ошибаюсь. Сейчас найду, скину.